Всем доброго времени суток. С вами Мерлин. Сегодня у нас краш-тест MR-313, то бишь Нагана, образца 1895 года, выпуска 1945 года. В частности, эта модель переделана под сигнальную в 2010 году. Итак, приступим. Собственно, сегодня я буду испытывать его на прочность. То есть краш-тест многие знают, что такое. Объяснять, я думаю, не надо. Первое испытание для дедушки – это падение с ростовой высоты. Наган, естественно, выдерживает. Следующее у нас – падение с 3-метровой высоты. Высота 3 метра! Падение нагана! Итак, проверка, выдержал ли он это испытание. Спокойно выдержал. Итак, сейчас у нас проверка на прочность ствола и рукоятки. Бьем сначала дульным срезом. Ну, испытание выдержал. Единственное, что такая вот небольшая насечечка осталась. Итак, проверка на прочность ручки. Ну, бить не бьет. Давайте еще раз попробуем ударить. Вообще ничего не осталось. Так, проверка. Все нормально. Итак, сейчас у нас с вами закопка нагана в яму. Вот Роуч сейчас закапывает. Сейчас закопает. Посмотрим, что с ним будет. Итак, вытаскиваем. Не утаскивается. Смотри, сейчас шнурок порвешь. Вот наш старикашка. Ну, в принципе, ничего особенного с ним не случилось, сразу только весь в песке. Сейчас отряхнем и продолжим. Все очень тяжело из-за песка. Итак, бабах. Сейчас у нас полевые испытания, точнее водные испытания, номер 4. Так, забрасываем наган в воду. Хай там полежит. Сейчас. Так, прошло полчаса с момента того, что лежит наган. Давайте посмотрим, что там. Встаем. В принципе, собственно, ничего особо и не стало. Так вот только сырой и все. Вот, собственно, просто он сырой. Давайте посмотрим, стрельнет или нет. Стрельба после испытания в воде. Итак, пятая часть нашего краш-теста. Волочение нагана по земле. Посмотрим, что с ним стало. Ничего, в принципе, и не стало. Сейчас только травка немножко собралась. И песок. Все. Итак, давайте сейчас с вами подведем итоги нашего краш-теста. В общем, наган — это очень хорошая вещь. Очень крепкая. В общем, ничего ему не страшно. Ни вода, ни грязь, ничего. То есть, очень крепкая.
очень хороший, надежный, вещица. Всегда стрельнет, никогда не подведет вас. Итак, всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем пока!